Вопрос. Я знаю, что на женщин смотреть абсолютно запрещено. Но когда мой взгляд случайно падает на какую-то женщину, иногда я продолжаю смотреть секунду или две, а затем вспоминаю веление Аллаха и сразу опускаю свой взор. Считается ли, что я совершаю грех, когда смотрю на женщину в течение этого короткого времени? Я читал в книге, дозволенной и запретной в исламе, что Коран велит потуплять взоры, и что взгляд – это наслаждение глаз тем, что искушает их и пленит, или страстные мысли во время взора. Хвала Аллаху, я никогда не доходил до подобного, но те 2 секунды меня очень беспокоят. Ответ. Хвала Аллаху. Джабир ибн Абдулла сказал, «Я спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о случайном взгляде на женщину, и он приказал мне отвернуть свой взгляд». Комментируя этот хадис, Аль-Мубарак Фури сказал, «Случайным означает, что его взгляд на чужую женщину был непреднамеренным. Он приказал мне отвернуть свой взгляд. Это означает, что он не будет смотреть во второй раз, потому что первый взгляд был не по его выбору, а посему будет прощен. Однако любые дальнейшие взгляды будут считаться грехом, и он должен прислушаться к словам Всевышнего Аллаха. Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «О Али, не направляй свои взоры друг за другом, потому что ты будешь прощен за первый, но не за второй». В Ат-Тухфа сказано, «Не направляй свои взоры друг за другом», то есть не смотри во второй раз. Если первый взор был непреднамеренным, то второй взгляд будет против тебя. Таким образом стало понятно, что преднамеренно смотреть на женщину, не являющуюся махрамом, а также продолжать смотреть на нее после случайного взгляда запрещено. Нельзя смотреть ни на какую часть ее тела. При этом не важно, красива она в ваших глазах или нет, и не важно, приведет ли это к страстям, наслаждению или подобному. Просим Аллаха защитить вас и нас от всех запретных дел. Аллах – тот, кто ведет прямым путем.